О том, что никто не забыт и ничто не забыто, говорит все вокруг. Наклейки на автомобиле – еще один способ сказать спасибо деду за победу. Желающих наклеить их на своего железного коня становится все больше. Это не просто важно и даже не мода. Я вот ехала сегодня, думала, как красиво. Вот в России у нас все в этих наклейках. Когда иностранец приедет, посмотрит, скажет, ба, какая красота, как здесь все заинтересованы, никто не забыл. И никто ни на какие европейские веяния не смотрит. Одна из самых популярных – газета «Вабанк» поздравляет самарцев с великой победой и дарит на память комплект наклеек на автомобиле. 7 мая на самых оживленных перекрестках города промоутеры будут раздавать их бесплатно всем желающим. Получить их можно и в редакции по адресу улица Ленинская, 302. А память должна оставаться, что мы должны делать все для того, чтобы наши дети, наши внуки помнили об этой войне, помнили про эту победу. К празднику подготовили более 3000 комплектов наклеек. Автомобилисты, наклеившие их, могут получить приз от Вабанка. Подробности в свежем номере газеты. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.